Победительницей третьей недели конкурса «Мама, я в ТикТоке», который проводит народное телевидение, стала кировчанка Полина Лычева. За сутки ее видеоролик посмотрели более 18 тысяч зрителей. Это рекорд нашего аккаунта «Хибины Хаус». С победительницей-рекордсменкой пообщался и вручил приз корреспондент школы журналистики Евгений Киршин. Сесть на шпагат для Полины Лычевой то же самое, что и поправить прическу. То есть делает она это с легкостью. Девочка учится в школе номер 8 поселка Титан и занимается гимнастикой. Прислать видео на конкурс «Мама, я в ТикТоке» с танцами под песню Бабеки Мамедрзаева половина ей посоветовала мама. И правильно сделала. ТикТок ее талантливой дочери посмотрели 18,5 тысяч раз за одни только сутки. Увлекаюсь я гимнастикой, я очень обожаю ходить на гимнастику и выигрываю иногда первые места, третьи, вторые. На победу в конкурсе Полина претендовала изначально. Девочка хорошо двигается и зажигательно танцует, а пользователям ТикТока это нравится. Так что неудивительно, что юная танцовщица стала победителем третьей недели конкурса «Мама, я в ТикТоке». Полина, удивительно, 19 тысяч просмотров уже на твоем видео. Это заслуживает подарка. Я дарю тебе эти замечательные беспроводные наушники. Спасибо. Держи, слушай на них все, что хочешь. И, конечно же, танцуй. Танцуй под эту замечательную музыку. Поздравляю тебя, Полина. Напоминаем условия конкурса. Победителем становится автор, чье видео наберет наибольшее количество просмотров за сутки. Мы объявляем четвертую неделю конкурса «Мама, я в ТикТоке». Присылайте свои замечательные видео на наш аккаунт в ТикТоке «Хибины Хаус» и становитесь обладателями замечательных призов. Итоги мы подведем в следующий понедельник. Всем ТикТок!